имело место быть происшествие с диким животным, это медведем. 15 июня в 19.28 по системе ЦОВ-112 поступила информация о нахождении дикого животного бурый медведь в районе гаражного кооператива Саратовское шоссе 36/1. Значит, на место были направлены службы экстренного реагирования, службы спасения, МВД. В дальнейшем были привлечены Балаковское охотхозяйство и ОГО Балаковская районная станция с болезнями животных. В результате контакта с медведем у нас получили рваные раны конечностей и были доставлены в хирургическое отделение ГУС Балаковская городская клиническая больница 2 человека. Состояние на данный момент у них удовлетворительное. В 21.58 медведь был пойман и угрозы не представляет. Животное принадлежит частному лицу. По данному факту происшествия сотрудниками МВД и ветслужбой проводятся следственные мероприятия. В 12 часов 16 июня животное переведено в вольер в районе стадиона Труд. На моей памяти, конечно, лоси были, кабаны были, косуля была, но медведь это первый раз. Все, что связано с этой историей по медведю, как вы начали, у нас там два пострадавших. Мужчина 39 лет, Павлов, который фактически не задумываясь, там, начал защищать Терехова, более возрастного уже. Надо справиться с его здоровьем, конечно же. И я думаю, что обязательно надо человека поблагодарить за такое стойкое мужество, когда не задумываясь, походил и бросился на помощь, несмотря на того достаточно страшного зверя. Надо обязательно выяснить все, что связано с здоровьем, вот и выписался, практически отказался от госпитализации, но человек проявил реально мужественный характер. Я попросил товарища, конечно, вместе с правоохранительными органами разобраться, как этот медведь содержался, почему клетка или там задвижка отскочила, и фактически люди были подвержены вот этому. Я даже не знаю, зверю, это здесь он вышел, а если бы он в город ушел вообще, что бы это могло быть, неизвестно, конечно. Здесь должно сработать все полностью структуры его, твоя ответственность, циркача.